вами Ольга Сергеева. Что вас ожидает в нашем новом выпуске? Венецианский международный кинофестиваль. По традиции он проходит осенью. Даты проведения 79-го по счету в 2022-м с 31 августа по 10 сентября. Сегодня я расскажу вам обо всех фильмах основной программы кинофестиваля. История Венецианского кинофестиваля – это и есть история самого кино. Здесь оно всегда главенствовало как искусство с большой буквы. Не случайно фестиваль официально называется «смотром кинематографических искусств». Он развивался вместе с кинематографом, переживая все болезни роста, падение популярности, впадая в крайности и вновь обретая значимость и вес. Напомню, что Венецианский кинофестиваль проводится на острове Лидо с 1934 года. Так как он организуется во второй половине года в бархатное лето, то его участники и призеры чаще всего становятся номинантами на «Оскар». Главный приз кинофестиваля – «Золотой лев». По итогам работы всех секций фестиваля вручается также приз Луиджи де Лаурентиса, знаменитого итальянского кинопродюсера, старшего брата, режиссера и продюсера Дино де Лаурентиса. Фестивальный показ состоит из основной программы, главного конкурса, программы «Горизонты», конкурса короткометражных фильмов, внеконкурсного показа, а также активно в течение всего фестиваля работает кинорынок и секция независимого и параллельного кино. В ходе киносмотра проходит Международная неделя кинокритики и конкурс авторского кино. В 2022 году в основной программе были представлены 22 фильма разных стран и континентов. Приоритет по традиции отдается итальянским фильмам, которых отобрано бывает всегда больше всех. А теперь, как и обещала, о каждом участнике отдельно. Новый ожидаемый всеми фильм Даррена Аронофски «Кит» с Брэндоном Фрейзером в главной роли по одноименной пьесе Сэмюэля Хантера. Чарли ушел из семьи, теперь это мужчина внушительной массы, 272 килограмма, решает наладить отношения с брошенной когда-то повзрослевшей дочерью. Документальная лента «Вся красота и кровопролитие» режиссера Лоры Пойтрас повествует о борьбе фотографа Нэн Голдин с печально известной семьей Саклеров, занимающейся крупной фармацевтикой. В фильме «Аргентина 1985» режиссер Сантьяго Митре команда юристов подает в суд на глав кровавой военной диктатуры Аргентины 80-х, обвиняя их в преступлениях против граждан. Фильм «Афина» французского режиссера Ромена Гавроса повествует о жизни троих братьев, которая превращается в хаос спустя несколько часов после того, как их младший брат трагически погибает. Фильм «Бордо» или «Ложная хроника нескольких истин» оскароносного Алехандро Гонсалеса Иньярриту повествует о мексиканском журналисте, вернувшемся на родину, чтобы осмыслить с ней свои отношения. Долгожданный фильм «Блондинка» Эндрю Доминика расскажет о жизни Нормы Джин Бейкер, ставшей самой известной кинодивой в истории Голливуда Мерлин Монро. Драматический хоррор целиком и полностью режиссера Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе по одноименному роману Камилы де Анджелис рассказывает о Марен в поисках отца, путешествующей по стране. После проповеди святого Франциска Кьяра уходит из богатой семьи, чтобы стать монахиней. Об этом новый исторический фильм «Кьяра» режиссера Сузанны Никиарелли. Фильм «Повелитель муравьев» режиссера Джани Амелио повествует о драматичной судьбе итальянского поэта, эссеиста, драматурга, режиссера, участника сопротивления Альдо Брайбанти. Известный иранский режиссер Джафар Панахи, преследуемый властями много лет, представил картину «Без медведей», состоящую из двух любовных историй, в которых влюбленным мешают общественные стереотипы, суеверия и само государство. События в фильме «Необъятность» режиссера Эммануэля Креолези происходят в Риме 70-х. Пенелопа Крус в роли Клары пытается сберечь любовь детей в распадающемся на части браке. Ребекка Золотовски рассказывает в своем фильме о бездетной Рахиль, которая, влюбившись в Али, постепенно привязывается к Лейле, его 4-летней дочери, с которой у нее устанавливается настоящая духовная связь. В истории нашей связи режиссер Рашди Зем рассказывает о конфликте противоположностей брата Мусы, нежного альтруиста, и Риада. Фильм «Личная жизнь» режиссера Кодзи Фукады. Таека была обычной японской домохозяйкой и счастливо жила с мужем и маленьким сыном. Но внезапно в ее жизнь возвращается отец мальчика, глухой кореец, что приводит к непредсказуемым последствиям.
В фильме «Моника» режиссера Андреа Палаоро расскажет о трансгендерной женщине, которая возвращается домой, чтобы ухаживать за умирающей матерью. Алис Диоп расскажет историю 30-летней писательницы Рамы в своем фильме «Сент-Амер». Она присутствует на суде над Лоранс, молодой женщиной, обвиняемой в убийстве дочери, которую она оставила на пляже во время прилива. Иранский фильм «За стеной» режиссера Вахида Джалильванда рассказывает о жизни слепого человека, которая начинается рушиться, когда в нее входит бродяга. Тодд Филд представил свой новый фильм «Тар» о композиторе Лидии Тар, которая стала первой в истории женщиной-дирижером Берлинского оркестра. В центре событий фильма «Банши и Нишира» Мартина Макдоны оказываются два друга в исполнении Колина Фаррелла и Брэндона Глисона. Приятели живут на отдаленном ирландском острове, и в один прекрасный день между ними назревает серьезный конфликт. Конкурсный фильм Джоанны Хок «Вечная дочь» рассказывает о матери и дочери, которые возвращаются в родной дом, где им приходится столкнуться с тайнами прошлого. Автор фильма «Отец» Флориан Зеллер теперь расскажет историю под названием «Сын». Питер в исполнении Хью Джекмана переживает напряженный период. Клубок отношений с нынешней и бывшей семьей затягивают его сложную драматическую ситуацию. Фильм «Пара» Фредерика Вайсмана расскажет про непростые отношения Льва Толстого и его жены Софьи. Ной Баумбах представил свой новый фильм «Белый шум», основанный на одноименном романе Дона Делило. Профессор колледжа Джек пытается совладать с паникой и параллельно решить семейные проблемы. А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева, и вы были на канале Кинотрафик. Смотрите наши новые выпуски. Я вам буду рассказывать все самое интересное о кино. Пока!